Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Volkswagen Passat B6, 2 литра автомат. На этом автомобиле мы заменим задние тормозные колодки. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем задние колеса, подключаем компьютер и попробуем одну сторону сделать без компьютера, развести. Если получится все нормально, то можно будет менять. Но там дольше надо крутить. А вторую сторону разведем, сделаем с компьютером. Приступаем. Поднял автомобиль, снял колесо. Откручиваем два болта. Здесь направляющую держим ключом на 15, а болт откручиваем ключом на 13. Один и нижний. Второй. Снимаем цилиндр. Снимаем колодки. Здесь все уже, колодка подошла, выработка на диске есть, за край начала прихватывать. Внутренняя колодка изнашивается больше, хотя направляющие мягенько ходят, и одна, и вторая. Сейчас мы их снимем, помажем, потому что они уже, видать, подсохли, шум идет. Так, здесь у нас на поршне 3, тройной нет, есть круглая с бортиком, она не пойдет. Попробуем двойной. Так, не будем механикой мучиться, сейчас разведем колодки компьютером. Так, подцепил я свой компьютер, включаем зажигание, разъем у нас находится вот здесь вот снизу слева под панелью. Включаем зажигание, но автомобиль мы не заводим. Делаем синхронизацию. Вот, выбрали здесь так стояночный тормоз, электрический стояночный тормоз. Вот, перевести поршней тормозных цилиндров до обслуживания. Сейчас нажимаем, и у нас начнет мотор их переводить. Заурчали. Все, он у нас перевел. Идем, вдавливаем поршень.
Берем обычную струбциновую. И сейчас он у нас без всяких сопротивлений, без всего уйдет на место. Потому что сам шток, который у нас разводит, он ушел вовнутрь. Все, без всяких усилий, без мучений, он у нас утоплен. Теперь мы берем новые колодки. Колодки мы будем использовать фирмы Techstar 244-83-02. Колодки идут с новыми противоскрипными пластинами. Установим их сразу. А пластины не подходят. Они шире паз. Видать, не рассчитаны на тормозной цилиндр с охлаждением. Ну ладно, оставляем старые. Устанавливаем новые колодки. Снимаем направляющую. Да нет, смазка есть. Также здесь посмотрим. Тоже смазка есть. В комплекте идут новые болты. Также держим направляющие. Все, и меняем с другой стороны.
Здесь уклепкой начало царапать. Дошло до конца. Здесь добавим. Это высокотемпературная смазка. Здесь тоже мало, уже почти сухая. Устанавливаем на место цилиндр. Новые болты. Теперь мы разводим ручник, ну, колодки до сервисный режим. Назад. Вот здесь до обслуживания, а сейчас мы переводим после обслуживания. Сейчас заурчит. Все, зажало. И показания 0000. Все. Ставим на место колеса. На этом замену тормозных колодок задних мы закончили. Всего вам доброго.